Андрей Молочный, Антон Лирник, до этого не Чехова, расскажем вам парочку новых политических анекдотов. Первый такой. Как-то Виктор Ющенко разговаривал с Виктором Януковичем. Слушайте, Виктор Андреевич, так. Давайте сейчас на весь мир заявим, что Украина поддерживает независимость Косово. Як це? Зараз ми Косово підтримуємо, а завтра Сєвєродонецьк заявить о своїй незалежності, да? Блін, пробіл. Вот голова у чоловіка. Нічого собі. Забили. Второй анекдот расскажем такой. Случайная встреча Виктора Януковича и Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, ну давайте мириться. Давайте мириться. И чтобы вы знали, что мое сердце открыто для вас, вот я хочу посоветовать вам, как вот выйти из этой инфляции. Так, как? Нужно поднять цены в 10 раз. Вы хотите, чтобы меня из кабмина ногами вперед вынесли, да? А сами станете премьером, да? Не, ну не мой день сегодня, это просто катастрофа. Большое спасибо. Поскольку есть в зале звезды, настоящие звезды, да, давай, у нас появилась добрая традиция кого-то приглашать на сцену. Ну, чтобы они раскрылись, как актеры. Лэри Вин, можно на сцену? Под ваши аплодисменты. Аплодисменты, господа! Прошу. Вот, без предупреждения. Да. Дорогие друзья, внимание, номер импровизационный. Называется он программа «Самый умный». Ваши аплодисменты. Итак, друзья, мы продолжаем программу «Самый умный». В финале у нас два игрока. Андрей Молочный и Лэри Вин. Вопрос Лэри Вину. Правильное название витамина К? К. Неправильно. Филохинон. Андрей, закончите пословицу. Без труда не было бы рыбку из пруда. Правильно. Продолжаем. Длина Босфорского моста в Стамбуле. 1074 метра. Андрей, не было бы счастья... Да несчастье помогло! Правильно. Продолжаем. Удельное сопротивление Капрона. 10 на 10 Ом. Я напоминаю, что Андрею досталась тема пословицы и поговорки, а Лэри Вину пиндос. Андрей, закончите поговорку. Любишь кататься, люби... И лыжи... Саночки. Саночки. Правильно. Лэри Вин. Нобелевский лауреат в области медицины в 1919 году. Жорж Барде, Бельгия. Я напоминаю, что Андрею досталось тема пословицы поговорки, а Лэри Вин вообще непонятно, как попал в финал. Андрей, пословица. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Правильно. Период развития микенского искусства в Греции. 17-12 век нашей эры. Напоминаю, Андрею досталось тема пословицы и поговорки, а Лэри Вин вообще мог не приходить. Андрей, на варе и шапка... смотрится. Горит. Правильно. Продолжаем. Так, сейчас небольшая рекламная пауза. Лэри Вин, за небольшую сумму денег ситуация может в корне измениться. Деньги есть? Да, там... Есть деньги. Что, давай продолжаем, мы продолжаем, ваши аплодисменты. Итак, вопрос Лэри Вину. 2×2? 4. Правильно. Андрей, закончите старинную удмуртскую пословицу. Удан да углыгин дын за хайпенконт. Ну что ж, пока Андрей думает, напомню, что Андрею досталось тема пословицы и поговорки народов мира. А Лэри Вину пиндос, какая простая тема. Итак... Унтунды, гунды, панды! Нет! Бындрынгедзин! Ну что ж, первая буква русского алфавита. А. Правильно! Андрей, любимая поговорка Джорджа Буша. От дурной головы и ноги страдают. Нет! Утанды, углыгин, дын, захайдебын! Ну что ж, дорогие друзья... Итак, финал. Я напоминаю, что по итогам последнего тура у Андрея 20 очков, а у Лэри Вина 2 миллиарда 415. Что в денежном эквиваленте составляет примерно 7 гривен. Ваши аплодисменты. Лэри Вин, самый умный! Браво! Спасибо, красавец. Друзья, аплодируем! Аплодируем! 2, 4! Лэри Вин, остальные камени! Друзья, мы покажем наше любимое развлечение, серию миниатюр под общим названием
буфет Верховной Рады. Покажем вам разных посетителей этого буфета. Как мы их видим, правильно? Поехали. Буфет Верховной Рады и Литвин. Так, так. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Берите. Ага. Котлетки вот вкусные очень. Котлетки. Да не, просто посмотреть пока, просто. Просто посмотреть пока. Вот уха из окуня хорошая. Да не хочется, не хочется, не хочется. Я вообще спикером хотел стать, а они мне... Понимаете, яйцемяка поставили, понимаете, ничего не хочется вообще. Как картошечки, может, картошечки? Да нет, аппетита, сосунок 33 года, понимаете? Как вообще, 30... Ничего 33. Не будет. Ничего не хочу вообще, просто... Слушайте, может, да. Коньячку? Закарпатского. Я просто выпить хочу, мне не с кем. Ну ладно, давайте. Давайте. Давайте, давайте. Возьмите. Вот видите, краине потребен Литвин. Да. Продолжим. Да. Меняемся местами. Да. В том же буфете Ахметов. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Оль, а что это? Что, футбол у вас, футбол, да? Футбол. По телевизору? Да. А можно громче, да? Ага, пожалуйста. Ага. Шахтёр как раз... О, ну, давай! Давай, ну! Давай! Ай! Водки дайте, дайте водки. Ага. Водки, ай. Ага. О, ну! Да, ну! Пас, пасуй! Давай, ай! Дайте водки! Ага. Дайте! Ну! Ну! Дайте водки! Слушай, да, если так плохо, все, давайте я переключу. Переключите. Вот, пожалуйста. Ага. О! Янукович, так, а ну что он скажет, сейчас, а ну? Что? Ага. Ай! Дайте водки! Дайте! Больше! Больше водки! Больше! Больше! В буфете Верховной Рады Виктор Ющенко. Ой, Виктор Андреевич, здравствуйте. Доброго дня. Можно булочку? Можно булочку? Булочку, пожалуйста. Ручки чистые, все чисто. Да, ничего. Аккуратненько беру. Дякую, дякую. Скики из меня скидывают. Ну, скики, как это? Там пакету. Ну, 70 копеечек. Да, да. 70 копеечек. Ось вам 5 гривен, значит, не треба, не треба. Не надо, не надо, не надо. Мені ваші гроші не треба, не надо. Не надо, не надо. Ну що, це не мої гроші, я нічого не знаю. Беріть, 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 Саня, мої гроші, беріть. Ні, ну, да, ну я знаю, що це не ваше, я знаю. Не. Ви заберіть, бо потім ще за корупцію посадять. А ну, ну, де ви таке чули, щоб когось посадив? Ну ви, давай, давай, ну що, треба, не треба, не треба. Беріть, 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 бо вам ще на пенсію воно пригодиться. Та ну, ну, кидай, та пенсія, не скоро. Ні, це вже скоро, вже. Не скоро, не скоро, не скоро. Ми вже заканчуємо. Напоследок в тому же буфеті Юлія Тимошенко. Шановна буфетчица, маленький диетический бутербродик. Конечно. От Луи Вітон. Вот, пожалуйста. Дякую. Пожалуйста. Геродина, дякую. Я все стеснялась вам сказать, вы там должны уже полгода, никак не рассчитаетесь. Можно рассчитаться? А, да, да, премьера мочили, да. Да. Что там, шампусик, да? Шампусик, да, 8 бутылок шампанского. 8 бутылок, все, да? Нет, коньяк еще. Коньяк. Да. А, да-да-да-да, бум, коньячок. Да, да, бум. Да-да-да. Сколько там? 2 бутылочки? 7. 7? Как 7? 2 сначала, потом еще 3, и потом еще 2. Вы прибежали еще, взяли 3 стаканчика пластиковых. А, да-да-да-да. Да. Стаканчики мы потом рвали. Да. Да, все. Да, все, да? И, ну и водка. Я приходила. Вы уже не могли, вы Турчинова прислали. От дурне, что скажешь ему, то и робить. Там 2 литра. Ще й 2 литра взяв? Ну так. Неекономний. Так, ладно, да, давайте, все, да? Ні, іще пива. Турчинов приходив? Он уже не мог, ви прийшли. Ну ви взяли там бочечку. Ви не могли іще відкрити, щоб пробили фонтан бил. А, да-да-да, я думаю, що це у мене цілий день коса пивом воняла. Ну, нет. Ну, це вже... Ну, нет. Ні? Що ще? Презервативи ще. Я чи Турчинов? Я не знаю, ви позвонили, я принесла. Хто там, що, не знаю. Ага! А,
Це регіони в нас кидались, ми хотіли теж на братів них кинути. Ні, ви нормально хотіли. Ну це вже все? Да, да. Скільки з мене? 15 тисяч гривень. 15 тисяч? Да. Щас, секундочку. Алло, Саша, привіт. Слухай, допиши в бюджет плюс 15 тисяч на соціальні розходи. Да, давай.